Так, мы с вами посмотрели, почему же нужно заниматься апологетикой. Вот, при таком более-менее стихийном представлении, что такое апологетика вообще, мы, в общем-то, уже знали. Вот, но вот теперь, когда мы увидели, в чем проблема благовестия, и как эту проблему решали, то есть, точнее, скажем, не как решали Иисус и апостолы, а почему у них этой проблемы не было. Вот. Вот теперь мы, собственно, подошли к тому, что мы с вами сможем начать разбираться, что же, собственно, такое апологетика. И... Что? Защита. Вот. Как минимум одно определение у нас уже есть. Но дело в том, что апологетика действительно... Слово может по-гречески означать защита, но только в строго определенном контексте. Апология можно было переводить защита только когда речь идет о защите в суде. Значит, я говорю о самом слове сейчас, не о самом. То есть апология как защита обозначала защита в суде. То есть выступление юриста. Человека, который... То есть задача не отбиться от нападений, а задача доказать свою правоту. То есть как вот есть адвокат одной стороны, две стороны судятся, есть адвокат одной стороны, есть адвокат другой стороны. Тот доказывает правоту этой стороны, и тот доказывает правоту другой стороны. То есть это не защита в смысле обороняться. Вот, когда мы запомнили, что апологетика это защита, мы тут же ее начали уже в военном в смысле применяешь, что на нас нападают, мы защищаемся. Не нападают, не защищаемся. Вот. И вот это явилось самой большой, в общем-то, проблемой для благовестия, для христианства вообще. Само слово апологетика про защиту буквально ничего не говорит. Апология, то есть исходящий из логики. Или другое значение может быть ответное высказывание. Ну вот, то есть логия, это может быть, значит, логика логичная, может быть, имеется в виду слово, высказывание. Вот, итак, ответное высказывание, выходящее из логики. Мы с вами будем придерживаться, следуя вот этим вот библейским принципам, будем придерживаться следующего определения апологетики. Под апологетикой я буду подразумевать совокупность теоретических знаний и практических навыков, логического обоснования и эффективной передачи христианских убеждений. То есть про защиту здесь вообще ничего не говорится. Это знание, то, чему можно научиться в классе. Это навыки, то есть тому, чему можно научиться на практике. Для того, чтобы обосновать и эффективно передавать свои христианские убеждения. То есть по большому счету, если говорить, в чем разница между апологетикой и благовестием, то апологетика – это эффективное благовестие. То есть, если мы говорим о благовестии, ориентированном не на процесс, а на результат, то это апологетика. Потому что задача наша – это изменение, то есть, изменение сознания. Мы помним, что наша задача – это привести человека к обращению, но обращение – это как раз изменение его сознания. То есть, он должен принять христианские убеждения для того, чтобы он их принял, мы должны их эффективно передавать. Для того, чтобы их эффективно передавать, мы должны уметь их обосновать. И для этого нам в том числе нужны теоретические знания и практические навыки. То есть данный подход, он, значит, действительно, к сожалению, в большинстве литературы по апологетике вы найдете вот это определение: апологетика – дисциплина, связанная с рациональной защитой христианской веры. Уже само это определение вызывает большие, значит, вопросы. Как можно веру защищать? Да еще и рационально. То есть, если я что-то для меня рационально, то это я в это не верю и это знаю. Вот. И поэтому очень много сегодня служителей говорят, что апологетика вообще не нужна. Вот. Вере все. Вот. Доказывать ничего не надо. Движение веры. Движение веры – это один из примеров этого. Мы же говорим, то есть задача такая, мы сидим в укреплении, в укрытии, и если нас начнут атаковать, то мы тогда должны суметь научиться защищаться. Вот. Иисус сказал, что я создал свою церковь, и врата ада не преодолеют ее.
И очень часто мы думаем, значит, церковь будет, на нее будут нападать врата ада. Вот. Врата – это вообще сооружение, значит, наступательное или оборонительное? Оборонительное. Оборонительное. То есть буквально врата ада не устоят перед нею. То есть наша задача не обороняться, наша задача нападать. Наша задача наступать, и врата ада преодолевать для того, чтобы выходить на территорию соперника. Если доктринальная апологетика – это пограничная служба, то мы батальонная разведка. Наша задача – прорваться за линию фронта и как можно больше оттуда людей привести к спасению, завести обратно на нашу территорию. Это лучше защита нападения, это как бы есть. Если это защита, то надо нападать. Да, то есть можно говорить защита, но при этом нужно сказать защита нападением. То есть это активная апологетика, это игра на поле соперника. Знаете, проблема, еще одна, как можно сформулировать, проблему церкви. То есть если вы, вот только вспоминали доблестную работу наших хоккеистов на Олимпиаде. Знаете, если вы будете играть в обороне, как бы вы прекрасно в обороне не играли, вы можете не проиграть, но вы не сможете победить. Наша задача не проиграть, наша задача победить. Вот, собственно, что показали те же самые финны. Прекрасная оборона, но оборона не главная. Главное это выходить на поле соперника, ставить там конкретную задачу и эту задачу выполнять, а не просто как наши, бегать по полю туда-обратно, куда шайба, туда и они. Вот, значит, какой-то детский хоккей, честное слово, вот, как вот пацаны гоняются, за шайбой бегают, то же самое и было. Вот, то есть мы должны играть на поле соперника. Это рискованно? Да, это рискованно. Но если наша задача не просто поиграться, а победить, то это неизбежно, это единственный способ, как это можно делать. И первое, с чего, значит, я хочу, значит, мы сейчас что будем делать, мы записали это определение, и просто сейчас мы рассматриваем разные стороны этого определения, чтобы лучше понимали, что такое апологетика. И в первую очередь, я считаю, что это совокупность теоретических знаний, практических навыков, то, что мы определение, которое мы написали, логично, христианских убеждений. У нас нет задачи научиться переубедить любого человека в любую... Вот у меня есть такой знакомый, прекрасно поднаторевший в богословии, он вас за 5 минут в любую деноминацию, значит, переубедит перейти. А потом за следующие 5 минут объяснит, почему этого делать не надо. То есть он, ну, глубоко во всем этом разбирается, прекрасно знает. Проблема в том, что он сам, как это, рыба ищет где глубже, а человек ищет где рыба. Вот где выгоднее, туда он и переходит, так и плавает, туда-сюда. Вот, один раз даже чуть не стал мормонским епископом. Вот. Да, мормонским. Вот. То есть не просто мормон, а в епископе уже рекомендацию получал. Вот. Наша задача не состоит научить людей. Вот у тебя такие убеждения, сейчас тебя в другие переубедим. Наша задача это именно христианских убеждений. Мы все знаем это из послания Петра, вот эту вот фразу, которая в переводе «Радостная весть» звучит так. Будьте готовы дать ответ любому, кто спросит. То есть спросят, будьте готовы дать ответ. Вот. Но какой же контекст? Помните, что без контекста текст смысла не имеет. О чем же пишет Петр? Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословение, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение. Кто хочет счастливо жить и увидеть добрые дни, пусть хранит язык от злоречия, от уста обмана. Пусть отвернется от зла, пусть добро созидает, пусть ищет мира, пусть добивается мира, ибо очи Господни на праведных и уши открыты к молениям их, но гневен Господу лик, когда он на злодеев взирает. Такая обширная цитата из Псалма, причем, значит, Кузнецова, она еще стихотворно переведена. Да и кто причинит вам вред, если вы будете ревностны к добру? Но даже если вы сострадаете за свою праведность, вы счастливы. Не бойтесь того, чего они боятся, и не страшитесь, но Господа Христа чтите свято в сердцах ваших, цитата из Исаии. Всегда будьте готовы дать ответ любому, кто спросит у вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. Только отвечайте кротко и уважительно, храните совесть чистой.
чтобы те люди, которые хулят вашу добрую жизнь, в которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Здесь что, речь идет о том, как нужно это самое, дебаты выигрывать? Нет. Нет, здесь речь идет о том, как жить во Христе. Потому что, ну, кротко и уважительно еще можно на себя напустить, а совесть добрую иметь — это дело ни одного дня и ни одной ни пяти минут. Это то, что годами связано. Ревность к добру, любовь к братьям, сострадание, скромность. Вот что должно вас отличать. Вот как та надежда, что живет в вас, должна выражаться. И вот тогда, когда люди спросят, а с чего это вы вдруг так, будьте готовы дать ответ. Вот в чем суть. То есть наша задача именно говорить о христианских убеждениях, а христианство — это не доктрина. Христианство — это даже не учение. Христианство — это образ жизни. И христианство невозможно научить, им можно только заразить, как болезнью. То есть только человек, если увидит в вас этот образ жизни, он от вас его сможет перехватить. Подхватил простуду, подхватил христианство. То есть оно не учением передается, им только заразить можно. И именно об этом и пишет здесь Петр. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. И знаете, почему очень часто сталкиваетесь с тем, что верующий, он часто боится идти благовествовать. Он боится говорить о Боге. Он боится говорить о Христе. Почему? У него нет твердого основания. Он боится, что основание, на котором стоит, пошатнется, его осмеют, его разубедят, и он нашел сокровище, но теперь он боится, что вдруг скажут, а вдруг окажется, что это настоящее сокровище. И вот, нам не нужно бояться. Дело в том, что фундаментом, на котором мы стоим, фундамент — это абсолютный. И в основании его лежат моральные абсолюты, которые не бывают больше или меньше. Либо это правда, это либо неправда. Допустим, и так каждый принцип, который у нас есть, имеет такое основание. Допустим, наша правильная цель проявляется в том, что мы утверждаем истину. Основанием является абсолютная честность. Вы же понимаете, что если я говорю, что я честен на 99%, да, честным нельзя быть на 99%, на 98%. Это абсолют. Вот. И поэтому нам не нужно бояться, что кто-то нас обвинит там во лжи и прочее. Если мы абсолютно честны, мы свидетельствуем. Мы не знаем, как оно, что, в конце концов. Я не знаю, как это. Пророк он или пророк, я не знаю. Я знаю одно. Я был слеп, а теперь вижу. Я честно вам это говорю. Вот. Дальше праведные мотивы. Проявление спасения погибающих. И опять же у него абсолютное основание, абсолютное бескорыстие. Это тоже абсолют. То, что любой человек, верующий, неверующий, там, буддист или мусульманин, он скажет, что бескорыстие — это абсолют. Потому что, опять же, я говорю, что я бескорыстен на 99%, это значит, что свою выгоду я уже посчитал. Вот. Далее, принцип, правильные отношения проявляются личным примером. Основание — это абсолютная чистота. То есть мы падаем, да, мы пачкаемся, но мы знаем, что такое быть чистым. Если свинья возвращается в грязь свою, если человек, притворяющийся верующим, потом опять там будет, вот, то мы наоборот, мы упав в грязь, поскорее вскочим и умоемся. Праведные ценности. Нелицеприятие. Основанием для этого является абсолютная любовь. То есть вот эти четыре основания – честность, бескорыстие, чистота, любовь – это абсолюты. Их невозможно ни поколебать, ни нарушить, и поэтому, именно имея абсолютные основания, мы должны не бояться идти и благовествовать. То есть, если бы мы передавали любые другие убеждения, а не христианские, вот там уже можно было говорить, что важно, что не важно, что опасно, что не опасно, но мы передаем истину, которая стоит на абсолютном основании. И поэтому бояться не надо. Если вас, допустим, уличат в нечистоте, да мы же не о своей чистоте вам рассказываем. Мы рассказываем о чистоте Христовой, которая открылась мне, которая позволяет мне теперь очищаться. И которая может позволить очиститься вам. Если меня уличат там в каком-то лукавстве, ну я же не о себе говорю. Я честно просто говорю о том, что я пережил я.
Я могу этого понимать, могу не понимать. Могу знать, не понимать. И могу не знать. Но вот факт есть факт. Вот. И говорю это бескорыстно, потому что что мне с вас? Я даже не старший пресвитер, который стоит на зарплате значит, от того, что ты придешь, будешь это платить. Вот. Но и меня не будет, и зарплаты моей не будет. А Царство Божье пребывает вовек, и ты будешь либо с ним, либо не с ним. Третьего не дано. И мы можем видеть, что вот это основание, как вот этот принцип проявления основания, точно так же находится и в служении Иисуса. Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах и возвещая радостную весть о Царстве, и исцеляя всякую болезнь, всякий недуг. Когда Иисус увидел толпы людей, ему стало жалко их. Они были изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. Тогда говорит Иисус своим ученикам: велика жатва, а работника мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работника на жатву. То есть есть у этого принцип. Ему было жалко, значит, они были изнурены, люди, к которым мы идем, они изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. Поэтому нам нужно работать, потому-то нужно, чтобы было как можно больше работников. И потому-то, чтобы эти работники проявляли свою деятельность, то, чтобы ходили, уча, исцеляя, значит, возвещая, потому что то, что основание, которое возвещается, радостное весть о Царстве, это основание абсолютное и непоколебимое. Его стесняться нельзя. И бояться, значит, посрамиться невозможно, потому что оно является абсолютным. И Иисус неоднократно строил свои высказывания на популярной в то время раввинистической поговорке, что потерявшаяся овца важнее остальных, потому что она нуждается в помощи. Вот мы должны помнить, что церковь – это единственная организация на земле, если смотреть на нее как на организацию, которая существует не ради того, кто внутри нее, а ради того, кто вне ее. Церковь существует для блага тех, кто вне церкви. И это мы должны не забывать. Как только церковь превращается в закрытое общество, наша церковь для того, чтобы мы... То есть, да, нужно сложить служить вдовицам в церкви. Да, надо проводить, нужна воскресная школа. Да, нужно там малые группы и прочее. Это все нужно. Но если мы забываем о том, для чего это нужно, то вот это все нужное становится бессмысленным. А нужно все это для тех, кто вне церкви, кто еще не пришел ко Христу, кто погибает. То есть наша задача, опять же, быть не пограничной службой, а выходить на территорию противника и спасать погибающих.